Так. Всем привет, с вами Никсон. И это выживание Майнкрафт с модами на сборке Better Minecraft. С 244 мода здесь. Ну, 250 модов. Ну так вот, в предыдущих сериях мы остановились на том, что сделали зачарованию, мы немного подчарились, и нам остается только одно, до конца зачарить лук и желательно еще немного броню починить, подкачать. Алмазов у нас больше нету, закончились, да? Рыба у нас забагала. Ой. Мой свет. Так, мы это заберем, значит. Так, мне... Я забыл, да? Извиняюсь, забыл. Так. Давайте сперва ночь скипнем. А там уже сейчас по пути все разберемся. Совсем. Так, с чем нам надо бы разобраться? Это не то. Нам надо разобраться с луком. Мне бы нужно зачарование на бесконечность. Бесконечность можно только в деревне получить. А чтобы в деревне вытащить его, нам надо найти вот книги. Три штуки надо. Три книги. Дерево. И дерево, доски. Нужны. Это шерсть, это не то. Так, если вот так сделать... Нет, так не получится. Выбираем. Опять придется идти рубить дрова. Эти дурацкие. Деревья бесит. Надо их заново добывать. Хотя, ну хотя бы не так муторно добывается. Так, все, что выкопано, срублено, мы убираем обратно. Посаживаем. Мы идем дальше. Продолжим. Так, мы, получается, сейчас сделаем вот так. Вот так. Конечно, полка делается вроде так. Да. Ее ставим сюда. Это вот так. А как это делать? А, вот. Все получилось. Тоже забыл. Так, мы теперь идем в деревню. Мы идем в деревню. А в деревне нам надо найти жителя. Безработного желательно. И ему дать кафедру, работу, библиотекаря. Так, здесь есть житель? Нету. Но он будет здесь. Мне блок нужен. Блоки. Достаточно. Теперь надо ждать. Может, какой житель придет. Где все жители? Там один житель есть, я вижу. Но у него уже есть профессия. Тебе не взять, да? Пойдем, будешь работать. Ты мой раб. Работай. Не хочет. Ну ладно.
Зато я знаю, как сейчас притащу жителя. Найти бы мне его. А вот где? Вот вы где. Одного нашел. Безработного вроде как. Надеюсь. Хотя он выглядел как безработный. Так. Значит, это вот так. И вот так. Надо бы еще выкопать волков каких-нибудь. Тебе надо туда забраться. Раз, два, три, четыре. Я могу здесь пройти. Главное, чтобы они не могли. Вот так. Тебя мы унесем. Ты здесь нам не нужен. Ладно. Будешь охранять. Равновесие. Оно на чё? Оно на что-то. Но это не то. Идёшь нафиг. Ломаем. Ставим заново. Прочность не надо. Огнеупорность. Лавасок. Книжные полки. Опять лавасок. Пронзатель. Да что ты мне все не то продаешь? Мне не это надо. Тягун. Отдача. Отдача мне нафиг не сдалась твоя. Отдача 2. Не надо. Тоже не надо. Нет уж прочности нет. Хотя бы прочность дай, типа починку. Мне кажется, другую деревню надо. Я, наверное, эксперименты включил. Стоп, а чё там? Взрывоустойчивость так дорого. Вот взрывоустойчивость, наверное, еще можно. Но нам надо зомбака туда притащить. Это во-первых, во-вторых. Лучше пойдем где-нибудь в другом месте поищем эти книги. Только зря время потратили. Зря. Ну ладно. У нас еще достаточно времени. Это во-первых. Вдобавок. Хочу сказать то, что это 15-я серия. И сейчас серии будут выходить, если будут выходить, то они будут выходить теперь на минут, на час, минут 50. Это я так заранее говорю. Логично, по каким причинам и почему. Ну ладно. А, нам надо вот это и пойти искать. Где? Что тут есть? Это что, точка смерти? Ну-ка. А что там? А где это? А что это? Я сейчас задохнусь. А где воздух? Ты воздух не даешь. Сейчас мы его поставим. О, все, теперь дает воздух. Э!
удочка выпади мне. Не, не выпало. Ну ладно, не выпало, не выпало. Воздух заканчивается. Все. В шахте мы будем копаться, значит. Может, что-то да найдем. Мы уже на минус 16. Так. Так, и микрофон немного перенастроил. Это не очень удобно говорить. Это шахта, кстати, а здесь у нас. У меня удача есть, удача присутствует. Где у нас это? Как мне подождать? Я же далеко. О, два алмаза. Повезло немножко. Здесь. 3, 2. Нормально. Ну даже свет не звучит. Это магма. Еще алмазы. Небольшая вкладка. Да. О, еще. Что-то не шибко часто здесь спахнется. Уже 14 алмазов добыли. 14 алмазов, ничего себе. А, это лава. Чуть-чуть в лаве покупались бы. О. Забежи. О, хорош. Спасибо, что его ухлопнули. Так, это не берём. Динамик. Фух. Бежим. Бежим, бежим, а вот куда бежим, фиг поймешь. Постараюсь как-нибудь сейчас добежать. Так. Где еще алмазы? Мне алмазы нужны. И лазурит, кстати. Лазурит мне кто ж не помешал. Хоть он у меня уже есть, я его нашел. Но чем больше его залито, тем лучше. Так, а мы были в аду или нет? Не, вопрос. Вроде были. Если были, то хорошо. Нам больше не... А, ну да, нам больше не надо. А, паучара нас. На. Не понимаю, куда бежать. Или... Ладно. Кусок тараканьего крыла. А зачем оно мне? Вы даже не съешь. Его выкинуть только можно. О! Вы здесь, наверное, были. А, нет, не были. Угу. Ну, какой-то новый проход. Здесь у нас что? Здесь у нас глубина.
Ладно, ничего нету. Там тем более ничего нету. Ладно. И я ж здесь копался. Из-за чего лава уходит? Это во-первых. Во-вторых, мы здесь не были, кстати. Это во-вторых. Там что-нибудь есть? Там ничего не видно. Нету. Здесь у нас лава. Долго уходим. Вода, 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 вода. Ну так проще, наверное, было бы лучше сделать. Да. Ага. Ладно. Возьмем железо и молча уйдем. Уйдем. Алмазы. Дипдарк. В дипдарке. Клёво, конечно, но стрёмно. Здесь варден. Того у нас 20 алмазов. Пойдем к вардену, что ли? Постараемся тихо как-то пройти. Ого. Тихо. Поставим чекпоинт, конечно, но... его надо восстановить. Как его переименовать? Вот. Напишем Deep Dark War. Я думал, я сохраняю, а я отменил. Извиняюсь. Deep Dark Dark Warden. Подтвердить. Во, все. Только его на другого цвета. Что-то по типу бирюзового. Да, подходит прям. А в шифте можно попрыгать здесь. Фух. Все. Оба-на. Metropolis of Rustel Souls. Найти Ancient City. Город Вартона, короче. Еще мышка крадется, ачивка появилась. Ой. Я знаю только то, что надо по шерсти ходить. На постоянной основе практически. Здесь ее вон сколько. У меня даже нашли ценника, чтобы это все быстро добавить. Все рукой придется добавлять. Хватит. Сейчас вот как сделаем. Сюда блок. Господи. Фонарики. Здесь еще это шерсть. Опасность.
быстро залазим. Фух. Упс. Мы приперлись. Заберем это. Пригодится. Портал Вардена. А как его поджечь, кстати, не вопрос. Я знаю то, что его здесь поджечь можно. Вот чем. Варден. Так. Так, так, так. Сейчас разберемся. Есть вещи Вардена, но я не вижу, что было, чтобы поджигать его. Портал, телепортер, кор. Чё-то нету. Наверное, здесь как какой-то механизм, чтобы это все поджечь. Опасно. Здесь пройдем. Вот это мы заберем. А, вышел. Не, его вроде не шел, надо добыть. Можно добыть? Нет, его шелком все-таки надо. А шелк мне только на топоре. Ну ладно. Что у нас здесь? Здесь у нас механизм. Какие-то механизмы. Что за мини... Что за механизмы, я не знаю. О, ё-моё. Тут что, Вартен сейчас заспавнится? Мы даже не полутались нигде, а здесь уже Вартен сейчас появится. Нам Вартен нафиг не сдался. О. Мать моя божья. Это еще что такое? Понял. Понял то, что я ничего не понял. Не, они открываются. А нет, открыто. Скалковый крикун. Стремно, конечно, но ладно. Сенсор. Скалка сенсор. Что-то он сенсу выдает, короче. А, понял. Не уловил. Ну-ка. Что-то произошло. А если вот так? Я книги нету. Ну ладно. Здесь вот и... О! Кубин, сванец. Лопата. Ладно.
Что я предлагаю? Выбраться отсюда и пойти лутаться? Вот это мы удаляем. Вот это мы редактируем на 0,6 минус 49 минус 176. Подтвердить. Все. Он у нас вот здесь теперь. Очень тихо стараемся не шуметь. Идти за шерстью. Опасно. Вот там была печка. Почему я там железо не переплавил и не сделал ножницы? Тихонько идем. За сундуками. Тут целая дорога. Что-то стрёмно здесь ходить. В такой темноте. Из любого угла может какой-нибудь дурак вылезти. Оба-на. И напугать. Я тут кое-что увидел. То, что мне надо. Не знаю зачем, но надо. Там костер. Костер, костер. Побежим или дойдем? Наверное, дойдем. Бежать опасно. Угу. Ауч. Так. Дальше нам. Угу. Успел. Ауч. Вниз. А, здесь Вартон, здесь Вартон. А, там Вартон. А, там Вартон. Там Вартон. Заспавню все после меня. А, мне стрёмно, мне стрёмно, мне стрёмно, мне стрёмно. Где он? Вот там должен был остаться, надеюсь. Мой светильник. Ладно. Я слышу, как что-то бьется, как сердце. Где-то кто-то. Он бежит где-то. Где-то рядом. Я его слышу. Я в наушниках, и я его как-то слышу, но хотя он далеко. Хотя сейчас замолк. Ты чё орёшь? А? Не ори. Мне вообще здесь не показывают ничего. Я его опять слышу. Сердце хранителя бьется. Даже в субтитрах пишут. Где-то за мной ходит. Я его слышу.
Он рядом. Где-то снизу. А вот он. Я паника, я не понимаю, куда бежать. За мной, потому что бежит где-то. По любасу. А, я его видел, он там сверху был возле меня. А, я не хочу здесь сидеть пока что. Давайте куда-нибудь тэпнемся. Тьма. Тьма тьмущая. Отдайте мне. О. Оба-на. Вот это торги. Но изумруда набазим. И ничего не получится у него выторговать. Так, я здесь был. Раз сундук обутанный. Извиняюсь. I'm sorry. Так, это что? О. Выращивание пищи. Оставьте немного органического компоста. Разлагаться, пока он не превратится в плодородную почву. Грибы могут помочь. Процесс ускорения под воздействием солнечного света. Процесс ускоряет посредством добавления воды. Процесс ускоряет посредством добавления активаторов. Смотрите выше. Компост. Ага. Ничего не понял. А как это делается? С помощью грибов, солнца и дождя. Тоже закончился. Котик. Тут котик бегает. Оба. Можно я тебя? Бум. С него изумруды падают. Хорэ к своему голему бегать. Я бы сейчас кокну и все. Раз, да, четыре, сколько мне там? 916. Превращается в 914. Это по штуке, мне нравится. Вот ты помер, дед Голем, или как его назвать. Ладно. Шутки, шутками, на-на-на-на. Это что, обтёсан? Обтёсанный дубовый тифно. Оно все мешает. Могу сказать так. А сейчас? Там мешает. Ну ладно. На-на-на-на-на-на. Здесь мы все болтали. Так. А нам бы вот это добыть. Да. Мне надо это. Это факт, что это мне надо. Где наша база? Наша база, вот она. Тэпаемся. Еды. Еды дайте. Еда присутствует. Все. Время. Угу. Время. Ага. I'm so sorry. На 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 на
Так, сколько у нас тростника, кстати, в бесконечной ферме нашей собрано? 22, нормально. Если кто-то не видел, то могу что-нибудь, подсказку какую-нибудь дать, в какой серии мы его эту ферму делали, как мы ее делали. И мы ее, кстати, наверное, доделаем. Время сами не будем терять, ее доделаем, а именно мне надо все стеклом заделать. А стекло — это песок, а песок — это на пляж вон туда. Еще вопрос, почему там снег? Интересно, что там делает снег? А, это даже не песок, это снег, это он не есть снег, а вот песок. Песок — это вот это. What the fuck? Это не надо. Это надо. Достаточно. О, кстати, рука больше не дрожит. Кто-то не понимает, что значит, почему рука не дрожит. То в предыдущей серии все было. В предыдущей серии там все было. А, вот куда это. Я здесь все переправлял в прошлый раз. Это выкладываем. Так. Вот так. И сколько там много стекла надо? Получается, 8, около 19 стекла точно надо. Еще 9 стеклышко. А почему не два? Ну, вот. Еще надо 5 штук. Раз, два, еще 3 штуки. Кто быстрее переплавит мне стекло? Вот это быстрее, вот это дольше. Еще одно стеклышко дайте, я пошел. Все. Это мы заделываем. Надо было 20 стёклышко, не. И чё? Вот так поворачиваюсь, мне опять начинает рука дрожать. Так. Не дорассчитал, да? Значит, там 20 стёклышко надо. Мне опять что-то своровать хочешь? Ладно, пойдем. Тем доделать это сюда. Стеклом уже все заделали. Останется здесь ковриком все заделать наверх. Не знаю зачем, но зачем там. Еще думаю здесь стеклом заделать. Вот так. Бац, бац. Да не, все окей, вроде. А чё с листвой? What the fuck? Календарик. Надо сделать календарик. Календарик.
А туда, да, надо 4 стекла. Ой, стеклышко золота. Один редстоун. И бумагу. Это вот так. Это вот так. Сейчас осень. Так, вот там было. Полублоки, стекло и забыл как его, кварц. Кварц 2 штуки. Полублоки. Должны были где-то быть, а вот где, я не помню. Ладно, новые сделаем. Так, и нам надо стекло. Стекло у нас переплавляется. Раз. И раз. И вот так. Датчик сезонов готов. Мы его поставим сюда. Сейчас осень. Вот. Осень. Так, мне кажется, его на улицу надо. Хотя навряд ли. Ну так вот. Что дальше будем делать? А, ну так я хотел вот что сделать. Для начала надо нам броню починить. Это мы починили. Пойдет. Броню починили. Топор починили. Хотел сказать, починили. Теперь точно починили. Что надо еще починить? Наверное, ничего. Так. Осталось только одно. Луки зачарить. Но чтобы их зачарить, мне нужна бесконечность и воспламенение срочно. Так, это не то. Нам сюда. Вот воспламенение с... Это с бесконечностью. Я не понимаю, где ее достать. Но мы, наверное, все-таки, если будем ее искать, то будем искать вот где. А именно где-нибудь в данжах. Вот, ну, пускай так будет. Сейчас там так же сделаю. Уже 5. Ладно. Так. Быстро. У нас... Ладно. Видео на 45 минут пускай выйдет. И... Получается, будем заканчивать 15-ю серию. Мы практически ничего не успели сделать. Сделаем все в следующих сериях. Благодарю за просмотр. И кто досмотрел до конца. С вами был Никсон. Ют, либо просто Никса, можно меня назвать по-разному. Так что ждите
или не ждите следующей серии. А чтобы их не пропускать, можете подписаться, поставить лайк. По зязе, пожалуйста. С вами был я. Всем спасибо. Всем поки-поки. Поки-поки.